Продолжаем утренний фреш, и на очереди рубрика «Экстра Вёрджин». Рубрика, где мы отжимаем самые интересные новости из свежей прессы. Итак, начнем. «Смена состава» называется статья. У Криштиану Роналду, да, друзья, новая подруга. Он победил в чемпионате Европы по футболу и теперь заслужил дополнительный приз, как пишет пресса. А дополнительный приз, как водится, в виде фотомодели, правильно? Да. 26-летняя Кассандра Дэвис. Ее называют еще обладательницей лучших бедер интернета. На ее страницу подписано 700 тысяч человек. Вот я не знаю, хотел бы я, чтобы у моей подруги или жены да, было столько поклонников. Представляешь? Поклонников ее бедер. Ее бедер, какая конкуренция. Ну и, вы знаете, оказывается, и экс-возлюбленная Криштиану Ирина Шейк тоже не скучает. Она отдыхает вместе с Брэдли Купером в Нью-Йорке. Вот, тоже неплохой, кстати, такой достаточно известный человек. Все разошлись и все счастливы. Что там с нашим любимым Гарри Поттером? Что случилось опять? Отношения с сыном. Как? У Гарри Поттера есть сын? Гермиона была беременна? Я же не знала. Подожди. Это сенсация, это сенсационная новость. Да. Оказывается, речь шла все-таки о новом фильме. То есть мы можем быть спокойны, мы ничего не пропустили. Гарри Поттер пока не стал настоящим актером, я имею в виду актер. Деми Мур просто прекрасно. Я даже не хочу читать новость. Деми Мур в прекрасном платье. Замечательно. Ты знаешь, что еще, оказывается? Хорошо быть популярным. Потому что она теперь встречается с сыном королевы Елизаветы II, принцем Эндрю. Понимаешь? Вот так вот, да? Да. То есть Эштон Катчер так слился, а она теперь с принцем. Она молодец. И самое главное, понимаешь, принца не может испортить возраст. Если, например, Эштона Катчера может, да, то принцу 56. А Деми Мур, страшно подумать, 53, вот, они вместе ходят на благотворительные мероприятия. А Эндрю, кстати, сейчас в разводе. Познакомлюсь с принцем в разводе, представляешь, прям такие новости. Подпись Деми Мур. Подпись Деми Мур, да. Если ты опубликуешь свою фотографию, я думаю, что много принцев налетит. Если я подпишусь Деми Мур? Если просто, они увидят твою фотографию. Мур. Мур. Вот. Кстати, Катя Мур. Ярославец в костюме гаишника нападал на водителя. Очень интересные подробности. Мне кажется, вообще это сплошь и рядом. Едешь по дороге, да? Житель Ярославля, он же ярославец, правильно? В костюме гаишника. То есть это сам гаишник, да? И он нападает, он постоянно тебе палочкой машет, говорит, там, протокол заполнен, нарушаешь и так далее. То есть особо ничего нового там нет. А что можешь... же там на 500 миллионов? Ух ты, оказывается, банда, в которой орудовал ярославец. 11 преступных эпизодов, 8 разбойных нападений. Причем не в Ярославле, а Санкт-Петербург, Ленинград, Московская, Новгородская области. 500 миллионов ущерб. Но тем не менее, все закончилось хорошо. Часть похищенного на сумму 380 миллионов рублей, это большая часть, изъята уже и, в общем-то, будет возвращена счастливым владельцам. То есть всего 120 миллионов успели потратить? Да. Ну, слабаки. Ярославец, да, что-то слабо. А обвиняемые заключены под стражу. Happy end. Очень веселая новость и очень своевременная, что характерно. Как вы знаете, 2 числа, есть такая поговорка, поверье, медведь опускает лапу. Да? Да. И все, и купаться нельзя. Купаться нельзя. Мэрия Ярославля провела рейд по пляжам в Дзержинском районе и нашла несколько опасных для купания мест. Я представляешь, как это, да? Это выходит руководитель, ныряет, говорит... Нет, опасно. Парни, нет, опасно, тут опасно, тут мы не будем нырять. Установили запрещающие знаки, а сзади идут люди и ставят знаки. Слышь, а люди купаются там, да, загорают, а их так после раз... После 2 числа нормально люди не купаются? Ну, часто все равно, жара такая, люди купаются, а их обносят заборчиком таким, знаешь. Извините, пожалуйста, друзья, купаться здесь нельзя, поэтому вот. Полный список мы вам расскажем, что если вы вдруг продолжаете купаться, а вдруг еще и в сентябре начнете купаться, смотрите. Часть акватории Которосли, у мостов через Которосли нельзя купаться. Мне кажется, у мостов вообще какая-то беда купаться, там может... У мостов вообще купаться не надо. После... Ничего делать не надо, да. После строительных, поверьте мне, после строительных работ какие-то могут валяться штуки. Потом еще где? Часть акватории Которосли в районе Стрелки. Да, на Стрелке тоже купаться не надо. Пруд у парка Нефтяник мне очень нравится. Да, вообще кто-нибудь купается, интересно, кроме уток? Там купается моя собака. Собака купается. Ты скажи собаке, нельзя купаться в пруду, мэрия запретила. Опасно. Опасно, да. Так. Тут около Панина
Ленинградского проспекта. На очках, в общем, купаться тоже нельзя, друзья. Обводненный карьер в районе улицы Шевелюхи. И на Шевелюхе нельзя, ну вот. Обводненный карьер. Да. Мне очень понравилось. Все, у Кати мозг снесло словом обводненный карьер. Обводненный карьер. Я просто пытаюсь представить, из каких соображений люди лужицу назвали обводненным карьером. А как еще? Люди сначала выкопали ямку. То есть карьер получился. Да, а потом туда вода налилась. Получился обводненный. Так вот, купаться там нельзя. Все поняла? Да. Это была рубрика «Extra Virgin», где мы, как из апельсина, выжимаем все соки. Самые смешные соки.